способы стать богатым. Первый способ, когда ваши будущие родители занимаются любовью, вокруг них полетать, посмотреть, богаты ли они, и впрыгнуть между ними. Да? Потом родиться в их семье, подрасти и их убить. Получить наследство и стать богатым. Okay. Второй способ – подрасти до возраста полового созревания, смотреть на кошелек партнера, после этого использовать нефритовую деву, чтобы очаровать его, и он вас окольцует, и вы будете богаты. Ну, после этого нужно развестись, забрать половину, и после этого можете выйти замуж по велению сердца, ну или повторить то же самое еще раз другим. Вот, он будет думать, слушай, ну она же не заинтересована в моих деньгах, потому что она богата. 2x лучше, чем x.